Вслед за новым хэтчбеком 208 компания Peugeot рассекретила и следующее поколение соплатформенного кроссовера 2008. Обе модели построены на платформе CMP. Сразу предлагают выбор бензиновых, дизельных и электрических версий и даже внешне похожи. По сравнению с предшественником, новый Peugeot 2008 заметно расширился и удлинился, хотя и стал чуть ниже. Багажник прибавил 45 литров объема, но из общей цифры мысленно вычтем 29 литров, спрятанных в подполье. Салон iCockpit подразумевает цифровую панель с 3D-проекцией приборов в стиле голограммы, центральный экран диагональю 5, 7 или 10 дюймов, отделку кожей, кожзаменителем или алькантарой и вставки под углеволокно. Бензиновая турбо-тройка 1.2 PureTech доступна в трех вариантах мощности. Еще две версии есть у полуторалитрового турбодизеля Blue HDI, коробки передач, шестиступенчатая механика или восьмидиапазонный автомат с нефиксируемым селектором. Привод только передний и полного не будет. Чисто электрическая версия тоже повторяет начинку 208-го. На батарею емкостью 0,5 кВт дают гарантию сроком 8 лет или 160 тысяч километров пробега. Запас хода на одной зарядке превышает 300 километров, а пополнить заряд можно за полчаса от терминала мощностью до 100 кВт. Выпускать 2008 будут в китайском Ухане и в испанском Виго. В Европе продажи стартуют в конце года, а в Россию модель приедет в следующем году. О модификациях говорить рано, но электрическую версию продавать у нас явно не станут.